Добро пожаловать на канал Cycle Place. Сегодня мы продолжаем проходить нулевой пациент. И у нас миссия получается по счету. Сейчас скажу. Пятая миссия по счету. И надо нам устроить диверсию. Фракция зараженные. 28-30. Поехали. Operator, did you hear that? It said... Cosmic background radiation is a riot! Или в одного, конечно, можно. Что ж, один или двое? Один или двое? Порадуйте. Ну, судя по всему, двое. Ух ты. Я даже знаю, что мне тут смотрят. This is it. This ship is Alan V's laboratory. The crucible of the mutalist infested. We're going to make sure no new infested are created here. Destroy this ship's reactor. So, do you really want to ruin the best chance this system has for peace? Конечно, хочу. Разлобу. Why don't you want this? My mutualist empire means unity. Is there nothing more? Это терроры, парни. Хорошо. Так, стоп. Вижу все-таки. Ты лифта подъехал. Реактор начали уже. I'm not angry. I'm disappointed. I can always build a new lab ship, but you can't keep running from your destiny forever. Let me show you what is possible. Давай. That's not a Tenno. That's a hollow warframe being puppeted by infested flesh. Put it out of its misery. Тенно против Тенно. Кто кого? Убежи. Ты что? А? Я тут в полу превратятся.
That's it. Now get out of here. Ого. Это было сильно, я вам скажу. Вот он поймал все-таки. Давайте, чуть-чуть остановимся, я просто Давай. Сделать тем более. Ни хрена не вижу тебя, конечно, все равно как бы примерно. Что говорить о нас? Да, это не политкорректно, но все-таки. Здорово, как это было. Another job well executed. Мы прошли миссию, вдвоем принесли все-таки Филайфа. Встречу вот с этим грибом, конечно, заражённым первым было сильным. Я бы сказал, очень сильным. Ну что ж, вы сегодня смотрели, подписывайтесь на наш лайк, комментируйте, до следующей встречи, увидимся. Ну что ж, ребят, могу сказать, и рано я запись включил, потому что миссию мы завершили. Мы нашли лабораторию Аллада. И положили конец безумию. Вот на таком обещанном моменте мы с вами, ребят, и закончим. Спасибо, что смотрели. До следующей встречи.